Всем привет! В этом видео у нас, как обычно, лучшая стратегия скальпинг. Здесь у нас индекс Dow Jones, свечи по одной минуте. Сейчас я вам нарисую коридор. Кстати, коридор вот только-только начинается. Вот такие вот уровни поддержки и сопротивления. Переходим и заключаем одну сделку на понижение на 10 тысяч рублей, вторую на понижение. Видите, очень хороший такой у нас начинается коридор, плюс процент 90%. И вот еще я заключаю одну сделку на понижение. Люди вот продолжают спрашивать, как вот определить, когда зарождается этот коридор. Народ, это все очень тяжело, это все у вас придет с опытом. В любой момент, еще раз напоминаю, всегда об этом говорил, в любой момент график может уйти в другую сторону. То есть, вот только я вижу вот чередование, не знаю, проанализировал, посмотрел, как-то я даже не знаю, не могу вам сказать, какие особые вот такие вот факторы, которые влияют на этот коридор, чтобы... Потому что все здесь как бы рандомно, это рынок, он ведет себя как захочет, но коридоры работают. Скальпинг – лучшая стратегия, еще раз вам напоминаю. Итак, у нас подходит к концу наши сделки. Отлично, у нас все сделки закрываются в плюс. Этот, кстати, коридор у нас очень долго был. Вот этот вот коридор длился, может, наверное, полчаса, может быть, меньше, но я заработал на нем только в начале. Вот, видите, очень сильный верхний уровень, вот я его вам показываю. И заключаю еще одну сделку на понижение. Кстати, зацените-ка мой новый розовый халат. Как вам? Ставьте лайки, кому понравился халат. Знаете, захожу такой в магазин, там висят какие-то черные, белые, розовые, не розовые, серые. Что-то мне ничего не нравится. Вижу, в конце розовый висит. Говорю, давайте ко мне розовый. Девушка так на меня смотрит, это вам? Говорю, конечно, мне. Знаете, захотелось внести красок в эту серую жизнь. Так, здесь у нас все отлично, скальпинг продолжает работать. Кстати, я смотрел недавно передачу про Пабло Эскобара. Кто не знает, это наркобарон. Наверное, даже самый богатый человек в мире. Он зарабатывал по 60 миллионов долларов в день. Представляете, 60 миллионов долларов в день. Это на то время какие же деньги были. У него было столько денег, что он не знал, куда их деть. Он их закапывал везде. Их до сих пор не могут найти. Просто меня поразила вот эта вот цифра. Так. Вот на этом моменте последняя сделка у нас закрылась. Видите, ровно 35 тысяч рублей получилось заработать. Я вот решил не рисковать и дальше на безрисковых сделках. Потому что вот подходит конец месяца, мне вот скоро новые будут начислены. Так что я решил просто, как бы в развлечение, просто поторговать на безрисковых сделках. Потому что их нужно использовать, а особой выгоды они мне как-то не приносят. Потому что я торгую крупными суммами, а вот эти по 1000 рублей, эти сделки, особой разницы мне здесь не сделают. Но вот такой вот приятный бонус, да, от компании Alimtrade. Вот здесь сильный уровень, видите, я вот заключил вот эти все сделки вот внизу, да, вот видите. Вон, заключил повыше и вот пониже. Вот те, что пониже, они не зайдут. А вот те, что повыше, все зайдут. Вот так вот, видите, мало времени. Видите, вот график не хочет идти выше. Сильный очень уровень. Вот здесь еще одну сделку заключаю на понижение. Так что все работает. Начался отличный коридор, и в нем можно было очень хорошо заработать. Но я не жадничаю. Я вот, знаете, заработал свое, все, вижу, зачем дальше идти. Может быть, сейчас он развернется, да, в другую сторону пойдет. Зачем мне рисковать? Я увидел, заработал, все, ушел. И вам так советую, никогда не жадничайте, всех денег вы не заработаете. Вот здесь, видите, отличная просадка. И я заключил на повышение. И все сделки у меня тоже здесь зашли. Так что вот такая вот получилась торговля. Заработал 35 тысяч на основном счете. И плюс 10 тысяч на безрисковых сделках. То есть плюс 45 тысяч за 10 минут. Отличный результат. Итак, на этом видео подходит к концу. Подписывайтесь обязательно на канал. Ставьте лайки этому видео.
Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые серии. И добро пожаловать в нашу закрытую группу по сигналам, потому что там идет торговля каждый день с 17 до 9 по МСК. Плюс мы усовершенствуем нашу группу, мы добавляем туда стратегии. Также я загрузил все платные индикаторы, которые я раньше в свое время покупал, я загрузил в архив. Это все вы найдете в закрытой группе. Также у нас каждый день идет розыгрыш по 500 рублей в закрытой группе. То есть, если вы участник закрытой группы, вы автоматически участвуете в розыгрыше. Ничего делать не нужно. Вот вы зашли, и вы уже участник группы. Вход, напоминаю, в закрытую группу бесплатный. Ничего платить за вход не нужно. Так что подписывайтесь. Чтобы вступить к нам в команду и торговать вместе с нами в закрытой группе, пишите в сообщение сообщества «Прими в команду». Все ссылки я оставлю в описании. Всем удачной торговли, всем спасибо за просмотр, всем пока!